Здравствуйте, дорогие подписчики канала kado.ru. Покупайте лучшее, про остальное забудьте. В этом видео я хочу рассказать про австрийскую косу Фукс. Это старое австрийское предприятие, полное название Шрёкен Фукс. Ну, так в простонародье ее называют Фукс. Вот. Фукс, что понятно, переводится как лиса. Коса называется хардшталь, что в переводе означает жесткая сталь. И коса как бы имеет такой средний жесткий строй. Это говорит о том, что коса изогнута во всех направлениях. У нее приподнят носик. Что значит изогнута во всех направлениях? То есть у нее во всех направлениях идут ребра жесткости. То есть она вот так вот изогнута. И плюс вот так вот таким корыцем она изогнута. Это дает такой определенный жесткий строй. Вот, коса кованая. Соответственно, выковывается эта коса из маленького такого кусочка. Вот, используется до 30 операций для того, чтобы изготовить такую косу. Фирма Шрёкен Фукс специализируется именно на косах. То есть они знают толк в косах. Да, для справки, косы изобрели в Австрии. Но это другая история, в которой я расскажу в других видео. Вот, что касается этой косы. Коса легкая. Коса тонкая, то есть где-то ближе к обушку, это где-то миллиметр толщиной, и ближе к рабочей части, еще до режущей кромки, где-то 0,7 миллиметров. Вот. Из-за того, что она тонкая, она достаточно легкая. Вот у меня в руках 70 сантиметров коса, а она весит где-то в районе 580 грамм, где-то так. Коса 60 сантиметров весит где-то 550 грамм. То есть это достаточно легкая коса. Вот. А на пятке косы выбито клеймо Фукс и название хардшталь. Это с лицевой стороны. С тыльной стороны стоит размер 70 сантиметров. Что такое размер 70 сантиметров? Это от пятки, да, от конца пятки до кончика косы, это вот размер 70 сантиметров. Соответственно, рабочая часть у нас она меньше. Вот. Ну и классическая коса 70 сантиметров, самая продаваемая, самая востребованная коса на рынке. Здесь мы видим наклейку Machfertig. Что это означает? Это означает, что коса готова к работе сразу же после покупки. Что это значит? На всех вот австрийских косах идет заводская отбивка. Внимание, заводская отбивка. Заводская отбивка — это не ручная отбивка. То есть на заводе вручную никто косы не отбивает. Что такое заводская отбивка? То есть это так называемый дизайн режущей кромки. Если посмотреть там артинские косы, либо китайские косы, которые продаются сейчас на рынке России, то там вообще никакого дизайна режущей кромки нет. Здесь коса выведена, то есть здесь вот дизайн режущей кромки, он сделан идеальный, то есть здесь режущая кромка подготовлена для того, чтобы вы ее отбивали и точили. Даже сейчас коса острая. Вот я снял защитный специальный чехольчик, да, такой кантик, который идет на лезвие косы, и коса, она вот уже достаточно острая. Ну не знаю, сейчас посмотрим. Бумагу режет она. Ну, как видите, бумагу она режет. Попробуйте сделать то же самое с артинской косой. Получится ли у вас после того, как вы купили косу, порезать бумагу? Далее. Обух здесь достаточно толстый, да, 4 миллиметра, что позволит держать форму этой косы, да, что вы ее не согнете, где-то не переломите. Вот. Соответственно, изготовление косы на самом высоком уровне. Ее не надо ни шлифовать,
не доводить до ума. То есть вы купили косу, и она готова к работе. И вот сейчас достаточно пройтись просто оселком, и она будет. Любое разнотравие, она с ней справится. Но если вы хотите, чтобы она у вас была совсем идеальная, да, как гласят наши не старые лозунги, под которыми продавались австрийские косы в России, один из самых главных лозунгов: австрийская коса не косит, а бреет, то для этого нужно отбивать. Любую косу нужно отбивать вручную, либо на специальном аппарате для отбивки косы, либо на специальном станке для отбивки косы. Тогда коса будет брить. Соответственно, чем чаще вы отбиваете косу, тем она делается лучше. Потому что утончается режущая кромка. Она мало того, что утончается, но она еще делается прочнее от ударов молотком. Структура стали, она уплотняется. Вот. Эти косы чуть-чуть подороже, чем Офнер. Эти косы вы можете купить в нашем интернет-магазине. Сейчас, на данный момент, у нас три размера кос самых ходовых. Это 60 сантиметров для небольших площадей, там, где можно обкашивать вокруг деревьев, либо между грядками на маленьких площадях. То есть в основном у нас 60 сантиметров женщины покупают. И 70 сантиметров. Это универсальный размер, который берут уже все. Это годятся на и для огородов, и для приусадебных участков. Можно косить достаточно большие площади. И коса 80-ка. Соответственно, 80-ка вы не развернетесь на маленькой площади. Для 80-ки нужна большая площадь, чтобы косить. В основном их берут для заготовки сена для скотины. То есть это для больших площадей. Покупайте австрийские косы Schreckenfuchs в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.